Евгения Урм, сколько себя помню, всегда занималась творчеством. После окончания архитектурного факультета Ленинградского института имени Репина она увлеклась акварельной живописью. Любимые жанры Евгении – это пейзаж. Природа родного края, Саровы и ближайших окрестностей вдохновляют художницу на написание новых этюдов. Этюд, он ценен тем, что в нем именно вот это живое взаимодействие художника и изображаемой натуры, то есть оно рождает какую-то такую вот энергетическую связь, пока ты рисуешь. Знание и любовь к искусству она передает детям. Вот уже более 20 лет она учит мальчишек и девчонок не бояться чистого листа и неровной линии. Внимательного взгляда на работу начинающего живописца достаточно, чтобы поправить или похвалить ученика. Евгения считает, что работа не получится, если нет желания и вдохновения. Если вот, ну, ты это делаешь с душой, с желанием, то это счастье, вот, когда ты рисуешь. Засохшие ягоды шиповника, рябины, потрескавшиеся старые кувшины или обычные кисточки в стакане. Евгения учит детей видеть мир глазами художника, подмечать в неказистом натюрморте красоту увядающих ягод, игру теней и дыхание старины в потертости керамики. Свойство художника увидеть, закомпоновать гармонично вот то, что мы видим, и зрителю показать, что красота может быть и в чем-то совершенно обыденном. В свободное от работы время Евгения продолжает творить. Совсем скоро ее пейзажи вновь будут представлены на городской выставке «Художники Сарова». Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».